Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить моник при регистрации, моник есть в описании. Просто, пацаны, спускайтесь в описании, там будет моник. Если вы ведете моник и прокачаете третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня будет такая интересная серия. В этой серии мы не пойдем в казино, но мы пойдем в казино в следующей серии, пацаны. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте уже добьем 16 тысяч подписчиков. Я вам буду очень сильно благодарен. Сегодня я планирую продать эту машину, которую я покупал недавно совсем. Конечно, ее дорого купил, но сегодня я хочу продать хотя бы за миллион. Также я хочу продать машину с рулетки, которую я выбил в предыдущей серии. Кто не смотрел предыдущую серию, пацаны, советую всем посмотреть. Я там крутил 32 голд рулетки. То есть 32 золотых рулетки я крутил и очень жестко поднялся. Поэтому советую посмотреть всем эту серию. Сегодня я хочу продать 3 машины, получается, и купить одну какую-то хорошую. Я очень сильно хочу себе крузак. Надеюсь, я смогу его купить себе, потому что я недавно видел, что продавали на Ашане крузак за 4 миллиона. Поэтому было бы неплохо себе купить, получается, крузачок. Ну а в следующей, пацаны, серии мы уже пойдем в казино и будем играть, наверное, на 2 миллиона, пацаны. На 2 миллиона будем играть. И, возможно, мы поднимемся, возможно, сольем. Это вы уже узнаете в следующей серии. Ну а сейчас можете, пацаны, просто взять, поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И ждать новые серии по казино там и так далее. Я надеюсь, вам нравится серии по родине, потому что я стараюсь снимать что-то интересное и надеюсь, что у меня это получается. Пацаны, короче, я стою уже, наверное, минут 10, и никто не хочет покупать. Сначала я выставил за лям 500, теперь за лям. И все равно никто не хочет ее покупать. Видимо, она вообще никому не нужна, потому что, как бы, ну, такая себе машина, видите, все подходят, смотрят. Она как бы в полном тюнинге, но никто ее покупать не хочет. Ну, вроде бы в полном тюнинге, я точно не помню. Давайте Карпас посмотрим. Так, Карпас 199 и смотрим. Да, она в полном тюнинге, у нее хвостка, понимаете, миллион. У нее хвост миллион, она в полном тюнинге, ее все равно никто не хочет покупать, понимаете? Поэтому, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Продать за 500 тысяч, пацаны. Потому что, блядь, я не хочу здесь целый день стоять и ее продавать. Теперь давайте пойдем, отойдем и заберем свои машины с рулетки, получается. Вот, я пишу ММ, потом убираем, получается, инвентарь рулетки, и здесь есть БМВ. Вот, получается, Бэха, да. Все, я взял БМВ, получается, БМВ М2. Давайте посмотрим, может у нее тюнинг, кстати, стоит, потому что, по-моему, с рулетки может тоже машина на тюнинге упасть. Давайте посмотрим. Так, ох, ебать, а пацаны, она на полном тюнинге, походу, да? Но ее, я думаю, никто покупать не будет. Давайте посмотрим. Смотрим, сколько она вообще едет, затестим ее. Возможно, я себе такую машину оставлю, потому что, как бы, BMW M2, задний привод, да, заднеприводная тачка. Давайте попробуем, она даже с нитросиком, пацаны, на полном тюнинге. Давайте, короче, сейчас, получается, поедем, затестим ее, какая у нее максималка. Мне просто реально интересно, какая у нее максималка. Поэтому сейчас поедем, затестим, сколько она ездит. Если она мне понравится, пацаны, то, возможно, я себе ее оставлю. Ну, едет она 175, я увидел, это, походу, ее максимум. Ну, такой себе, пацаны. Но нам не внешне даже не нравится какая-то моделька, не очень у нее. Изи, пацаны, изи просто. Лям 500 ушел. Так, давайте заберем еще одну BMW и попробуем тоже продать за лям 500. Отлично, хоть гос не пришлось сливать, конечно, забрать. Так, посмотрим, это тоже будет в тюне или стоковая? Так, Карпас. Все стоит, кроме тормозов, походу, да? Короче, пацаны, я не знаю, что делать, потому что никто не покупает, а там крузак, сука, на красивых номерах стоит, поэтому я вот думаю, давайте продадим ее в гос, вот, за лям, и пойдем купим крузак. Блять, вот он, вот он, вот он, так, родной, номера, видите, у него КВВ 3.9, вот его можно купить, так, номера. Так, есть номера. Все, купить. Все, за 3.8 я у него забрал крузак, пацаны. На красивых номерах, между прочим. Это вам не хуй собачий. Да, они здесь не очень ценятся на родине, но все же, саму будет приятно ездить на крузаке с красивыми номерами. Ну что ж, пацаны, я уже доехал до дома, припарковал крузак. Я очень доволен. За 4 миллиона даже дешевле я купил крузак, как и хотел. Да еще и на красивых номерах КВВ 3.9. Я считаю, пацаны, это очень круто. В следующей серии пойду играть в казино на 2 миллиона, пацаны. Да, у меня есть еще 7 миллионов. Но на 2 миллиона, я думаю, хватит пойти поиграть в казино. Возможно, я еще бабок подниму, и у меня будет там, ну, хотя бы 10 миллионов. Я думаю, это будет очень круто. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых серий. Крузак очень классный. Напишите в комментариях,
комментариях, вам нравится этот крузак или нет. Мне, честно, очень нравится. Я очень рад. Конечно, я хотел еще цешку купить, но цешку либо купили, либо чувак вышел с игры, я не знаю. Там была, короче, белая цешка 63-я, очень прикольная, такая красивая. Но крузак тоже, в принципе, неплохой, симпатичная машина. И чтобы вы понимали, как бы BMW M2 ехала 170, по-моему, или 180, а крузак едет 240, пацаны. Это реально очень круто. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.